Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Многие подписчики писали, чтобы я поиграл в игру, которая называется «Пришельцы сводят меня с ума». Ну и я решил посмотреть, так что, ребятушки, давайте вперед. Так, что там? Что-то было написано, я не понял чего. А мы что-нибудь можем... А, вот, мы можем с вами подпрыгивать. Тихо, заезжай давай. Какие-то бандиты здесь. У нас, я так понимаю, нету ни здоровья, ни шиша, да? Мы с вами просто едем. Так, давай перепрыгнем эту ванну. Что такое? Что случилось? Ага, он пошел уже, ребят, пешком. Так, подожди, ты что-нибудь умеешь делать? Спасти вот эту вот девушку. А как? Вот так вот это надо делать. Отлично, давай сюда. Спасаем, короче, вот здесь, вниз. Так, монетки какие-то, ребята, тут у нас. Я не знаю, надо собирать, наверное, видимо, их. Так, бандит. Расстреливай его. Отлично. Так, спасаем еще одного. Я так понимаю, это заложники. Так, дай монетки, да куда ты прыгнул-то? Давай, иди сюда. Вот, все, запрыгиваем наверх. И на самую крышу. И у нас тут, ребята, какой-то алмаз был. Нифига, он прям как шпион какой-то здесь. И мы дальше все спокойненько едем, да? Классная игра, ребят. Все-таки у нас есть с вами здоровье. Вот оно, сердечко наше. И следующий дом. Иди отсюда. Слушайте, она мне очень напоминает одну, ребята, игрульку, которую я когда-то проходил. Точнее, даже я бы сказал, что я ее еще и буду проходить. Тихо. Так, едем. Ага, опять. Мы доехали с вами до второго дома, и здесь, опять же, нам нужно спасти заложников. А при чем же здесь тогда, ребята, пришельцы, которые меня сводят с ума? Кто мне скажет? Я не понимаю пока. Ну, бомбим. Так, ага, мы можем с вами... Вот, теперь я понял. Я понял, ребята, что мы должны с вами делать. Уворачиваться от патронов, понимаете? Не просто так. Оп. А вот так вот. Тут... должна еще, ребята, быть определенная стратегия. Так, спасаем заложника и давай вот эту вот пульку возьмем. О, мы теперь с пистолетом. Тихо, ты что такое? Ребят, вертолет какой-то. Он по мою душеньку пришел, вертолетик-то этот. И он мне, по-моему, не даст спокойно жить. Так, дай монетку. Слушай, за монетки мы, наверное, с вами что-то будем потом приобретать. Это как пить дать, ребятули. Давай, спасли. И теперь, наверное, можно и на саму крышу, да? Забраться. Давай. Ой! Ой-ой-ой! Нет, вертолет, иди отсюда. Так, он выпустил свою ракету. А мы теперь. О, мы можем его. Тихо! Да чтоб тебе, ребята! 500 монет. У меня нет столько, к сожалению. Да. Попался я под выстрел от этого вертолета. И, как я понял, меня, ребят, подбили. Что же я могу сделать? Я могу купить пистолет себе, да? 500 монет стоит такой пистолет. Шотган 1000 золотых. 3000 стоит машинган. Слушай, ну это круто. Это очень круто, ребят. Так, за 2000 это скины. Скины тоже здесь прикольные. Так, машинки мы можем здесь с вами покупать. 20 тысяч. Оу, 30 тысяч. Так, какая-то... реклама, ребята, вот это вот не нужна она, конечно, здесь. Не показывать, конечно. Так, давай попробуем купить, наверное, себе все-таки какой-то элементарный пистолетик. Так, и мы можем его улучшать еще. Пока у нас нет денег, тут, смотрите, ребята, жизни увеличиваем себе, а это у нас... понятно, это у нас донат. Ну что же, ребята, поехали. Надеюсь, мы не с самого начала начинаем с вами. Опа! Ты понял? Он хотел меня подбить, подстрелить. Этя! Опа-на, подбили мы его, охламона этого. Ну иди сюда, подшнырик мелкий. Давай, давим. Красота какая. Ребят, у нас уже полсердечка. Так, мы прибыли с вами в очередное здание. И наш детектив Джо действует. Почему у нас все детективы Джо? Оу, с пистолетом намного лучше, ребятули. Намного лучше. Так, понятно.
Была ложная тревога, хотя нет, не ложная, не шиша. Дай-ка я вот сюда, я могу сюда пройти или... Да иди ты, ну что ты будешь делать? У нас, кстати, очень мало жизни, и я не знаю, ребята, есть ли тут какой-то способ ее восстановить. Опять вертолет? Опять, ребят, тот самый противный вертолет. Дай-ка я попробую... Что ж ты будешь делать? Опять у меня, ребята, лук? А где же мои патроны? Где же мой пистолет? Ключ! Мы с вами заберем. Опа! Нифига себе! Быстро я среагировал. Но этот вертолетик, ребята, можно подбить, кстати. Нет уж. Не в этот раз. Не в этой жизни. Дай я спасу вот этого заложечка последнего. И потом мы с вами на лифте отправимся на самый верх. Вот, ребята, вы видите, тут открыта у нас дверь. Да, вот так вот. Хе-хе-хе-хе. Здание уничтожено. Почему-то у нас машина... Что с машиной, ребят? Что с нашей машиной было только что, вы видели? Колеса разлетелись, все набекрень. Ну да ладно. Двигаемся. Накося. Все-таки я немножко, ребят, не понимаю, почему пришельцы меня здесь должны сводить с ума. Я вижу здесь каких-то пока террористов. Что он там? Застряли мы, да? Вижу одних террористов. Да чтоб тебе. Давим. Арбуз, который нам не нужен. Хоть что-нибудь мне может, ребята, восстановить здоровье, а? Хоть что-нибудь. Может, банан? Нет, ребята, банан не может нам ничего восстановить. Давай, 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 давай. Раздавили. Так, и мы подъехали еще к одному зданию. Дистанция, кстати, у нас здесь идет, между прочим, не абы что и абы как. Ну что, господа преступники, я по вашей душе. О, как я его крутенько. А ну-ка. Замечательно просто. Изи, изи катка, ребят. Так, сейчас я его подловлю. Вот так вот. Монетки. Ага, здесь два, ребят, здесь два бандита. И они стоят. Один охотится, видимо, за мной. А может быть, это и есть, ребята, пришельцы? Почему сразу наверх? Ну, так нечестно, ребят. На самом деле, я хотел пройти и спасти всех заложников. А вы заметили, что... Опять наша машина что-то ненормальное. Вы заметили, что эти преступники имеют зеленые глаза? Может быть, они, конечно, носят... как бы сказать, очки ночного видения. Но я почему-то в этом сомневаюсь. Мне кажется, это и есть те самые пришельцы, которые сводят нас с ума. Тихо, взрывчатка. Бумс, раздавили мы его. Нам бы, ребята, 500 монеток набрать бы, я бы себе немножко улучшил бы жизни. Если мы успеем, конечно, это сделать. Давим. Так, я надеюсь, вот эти вот шипы... Нет, ничего нам страшного не делают, это хорошо. Ой, ой-ой-ой-ой-ой, ребята, да, я увидел, но поздно среагировал. Так, смотрите, ребята, у нас с вами довольно неплохая дистанция. Мы получили с вами довольно неплохо денег. Поехали. Так, что у нас тут? Мы можем улучшить пистолет. А купить я могу себе что? Могу, ребят, смотрите, магнум. Я его купил себе. Я думаю, что он будет лучше, ребят. Так, и мы с вами продолжаем. Иди отсюда, шитик. Тоже мне нашелся. Так, я с магнумом. И на все, как говорится, мне по барабану. Хе-хе-хе, машина такая раздолбайка, поехала. Бумс, там еще и взрыв колоссальный был. Так, тихо. Минус. Опа, отличненько все срабатывает. Вот тут надо было, конечно, подпрыгнуть. Ох, сколько тут взрывчатки. Классно. Едем, едем, ребята, не волнуемся. Ой. Да что ж ты будешь делать-то? Блин, ну, это нечестно, ребята. Это было нечестно на самом деле. Там их слишком много было. Понятно. Ничего не заработали, поехали дальше. Надо быть аккуратней. В разы, ребята, аккуратней. Просто аккуратней некуда. Вот особенно здесь. Да чтоб тебя! Он отъезжает, ребята, он отъезжает и в этот момент начинает стрелять. Я не могу его догнать. Почему мой чудик не может, ребят, стрелять? Почему? В машине он не может стрелять. Они могут, а мы нет. Во! Вот так вот ему. Очень мало, ребята, у нас с вами здоровья. Очень мало. Мне бы хотя бы до домика бы добраться. Получится, как вы думаете, или нет? И все-таки интересно. Я, наверное, ребят, не могу здесь...
Опять подбили меня. Опять в том же самом месте. Да что ж ты будешь делать, а? Ну, я не сдаюсь. Я не сдаюсь, ребята. Я продолжаю... Продолжаю проходить эту игру, этот уровень. Очень сложный. Миссия третья. И никак у меня не получается. Что ж за проблема такая, а? Вот так вот им. Вот, раздавил я просто-напросто эту машину. Ядре не фени. И все равно не получается. Ну, не получается хоть... Смотри, он отъезжает. И опять, ребята, у меня нет здоровья. И опять сейчас выстрелит. Ох ты. Это, конечно, все здорово, это все хорошо, но... Да чтоб тебе, да чтоб тебя разорвало 350 мелких кусочков. Я не понимаю, ребята, не выходит ничего. Слушай, может быть, нам сделать с вами управление, чтобы я на кнопках прыгал, а не на мышке. Давай сделаем. Так, ну что, ребят, давайте проверим. О! Вот так вот, я думаю, что будет, наверное, получше. Проверим мою теорию. Так, правильно, нечего этой машинке-раздолбайке здесь делать. Опа! Ты понял, как я могу делать? Хоп, смотри. Хоп, ой! Так, так. Вроде бы неплохо. Вроде бы неплохо, ребят. Что-то там взорвалось, непонятно что. Ага, подбили. Машина уезжает, ребята, она уезжает. Не должна она уехать. У нас еще половинка здоровья есть. Вот здесь мы с вами тогда проиграли, да, по-моему? Именно здесь. И я прибыл все-таки к новому домику. У меня магнум, не забываем, ребята, 6 патронов в нем. И давайте посмотрим, как она у меня бомбит, наша пушка. Шикандос! У меня нет слов, ребята. Она просто великолепна. Да, патронов, конечно, маловато, но тем не менее. Что ты там, шитик, стоишь? А, у нас тут заложник лежит. Откуда вот этот, ребята, упал, я не понял. Откуда он приземлился? Хе-хе-хе. Слушай, у меня довольно неплохо получается. Опять, ребята, тот самый вертолет противный. Патрончик. Слушай, ребят, смотрите, я довольно хорошо спасаю заложников. Мы можем с вами ускоряться. Монетки я получил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ребята, это была ошибка. Это вот так нельзя рисковать. Вот так, серьезно вам говорю, нельзя. А что, почему я не могу сюда зайти? Давай попробуем через вот так вот. Лук? С какого перепуга вдруг лук у меня опять стал? Эй! Мне не нужен лук. Я всех обманул. Я всех просто обманул, взял их. И перехитрил их. Ну что ж, неплохо. Опять с моей машиной что-то не то, ребята. Мы взяли обойму, и четвертая миссия у нас началась. Едем. Здоровья, конечно, у нас маловато. Любой плевок в мою сторону, и моя машина, и вместе с машиной я просто уничтожусь. Иди отсюда. Так, я так понимаю, ребята, потом в дальнейшем тут будут... Ох ты, сколько там монет. А я не знал, что на крышах есть деньги. Ядрить его на... Что там? С базукой, чуваки, уже? Да ладно, вы, наверное, пошутили просто-напросто. Что это? Что так? Это что такое? Ребят, это... Это что еще за механический динозавр здесь появился? Так, ребята, ну его нафиг, погнали далее. Старт. Полное здоровье. Будем знать, что здесь какой-то механический динозавр будет за мной охотиться. Пока собираем монетки. Я на расслабоне. На полном расслабоне, ребят. Кто-то идет. Я слышу шаги, ребят. Может быть, на крыше будет безопасно? Давай, давай, давай. А вон чувак с базукой был. Еще один. Тихо. О. Куда ты едешь там назад с такой скоростью-то? Да, да чтоб тебя, ты... Эй-эй-эй-эй-эй, не надо, не надо, не надо, не надо. Не надо меня ловить. Отойди, брысь, фу. Кака, уйди, уйди от меня. Уйди, говорю, от меня. Нет, все равно он меня поймал, все равно он меня съел, прожевал. Просто в металлолом меня, ребята, отправил. Еще такая отрыжка смачная у него. Вот говнюк, а как мне быть-то? Как быть-то с ним? Как бороться-то? Не пойму немножко, ребят. Просто не врублюсь. Давай еще как-то более аккуратнее будем. Я не знаю, ребят. Он просто меня догоняет. Понимаешь, он меня догоняет. Может быть, мне здесь нужно просто сломя голову нестись, а не тратить время на ерунду всякую. Вот так. Давай попытаемся, может быть... Да чтоб тебя, взрывчатка, давай. Он, по-моему, уже бежит. Я слышу, ребята, слышу эти шаги громкие. Вот он. Он тут.
Давай на крышу, давай на крышу, говорю. Фух, фух. Беги, беги, беги. Тут, ребята, не пришельцы сходят мне с ума, а вот этот динозавр меня с ума он ломает, ребята, машины. Он там мебель портит, гад. Жует ее, понимаешь. Ах, я прибыл, ребята, к месту назначения. Еще очередной домик у меня. И я выхожу на охоту на этих самых бандитов. Что там у них? Что они там стреляют куда-то? Привет, хлопчики! Рады меня видеть, я тоже вас рад видеть. Так, поехали. Минус, 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 минус. Блин, подбили меня маленько. Так, шикарненько. Денежку я заберу, с вашего позволения. Так, погоди-ка секундочку. Что-то, что, куда вы стреляете? Одного я прихоркал. Второго прихоркал. Так, ну почему ребята с арбалетом не начинают сразу, а? Мне арбалет не нравится, он слишком слабомощный. Ах! Тихо, тихо, тихо! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, может быть нам просто... Надо, знаете, что сделать? Нет, ребят, не знаю я, что нам здесь нужно сделать. Но могу предположить, что надо аккуратненько вот так вот. Оп! А как это я так... Как это я так оказался на крыше? Я сам даже не увидел, не заметил, ребята. Тем не менее, я сажусь в машинку, и мы с вами двигаемся дальше. Фух! Набираем патрончики, все дела, на расслабоне. Я еду на пикничок, ребят, на шашлычок, понимаешь? Еду себе и ни о чем плохом не думаю. Красота, погодка шепчет, солнышко светит, ребята, бомбочки взрываются, а я на веселе. Сколько тут монеток? Просто красота была. Ну давай, 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 ну что ты? Опять что там? Опять он? Ребята, он, опять этот, он будет меня преследовать всю мою оставшуюся жизнь. Так, ага, очки, деньги. У нас, кстати, уже, ребята, с вами 1000 монеток накопилось. И что же я могу за 1000 монеток себе купить? Конечно же, я могу взять сердечко. А это что такое? Оживление? Так, а вот это что? Непонятно, ребят, для меня пока непонятно. Это что такое? Так, воздушная ракета. Нитро. Это, видимо, для машины. Что? Истребитель? Четырехлистный клевер, то есть на удачу, да, типа? И двойные монетки. А это, ребята, за донат. Это за донатик. Так, а что... А, ну это тоже донат. Так, ну что, ребят, я даже в неком таком, знаете... Может быть, нет, 20 тысяч машин стоит. Представляешь, сколько мне на нее копить надо? Короче, я, наверное, буду что-то из этого приобретать. Во-первых, мне нужно... Наверное, мне нужно улучшить сердце. Так. Оно стало крупнее и больше, соответственно, и живучее. И у нас, ребята, если у нас будет 1000 монет, мы сразу купим, наверное, вот это вот оживление. Я думаю, что это будет оптимальненько для нас. Да, ребята, у нас 2 сердечка, и это хорошо, это очень круто, я вам скажу. На вот таких вот... Вот таких вот уровнях. Но я почему-то, кажется, против динозавров это, ребят, не сработает. Он все равно тебя съест. Мы можем как-то ускоряться, ехать. Опа, перепрыгнул я его, охламона этого. Нечего там, как говорится, делать, да? Давай, давай, опс. Так. Давай, о. Тихо, 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 тихо. Оп, это что еще? Это что еще, ребята? Какой-то фургон, грузовик. Врезался, короче. Хорошо, что не в меня он врезался. Это меня радует. И мы прибыли, да? Судя по всему, на следующий пункт. Поехали спасать. В общем, я так понимаю, в этом, ребята, и заключается вся игра. Мы должны доехать до домика очередного и спасти, по возможности, конечно же, всех заложников. Всех заложников. Ой! Здорово просто. Хе, здорово получилось, да? Начну откуда? С машинки или с домика? А? Ребят, наверное, с машинки. Да, именно с машинки. Опять мне надо будет ехать туда. Ну, чтоб тебя, давим этих олухов. Так, монетки. Монеты, ты будешь что-нибудь делать-то? Эй, парень! Что-то завис и висит там. Давай, давай, газуй, 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 пока этот дракон... Даже вот так он делает. Ну, с ветерком, поехали. Давай, давай, наяривай, гитара семиструнная. А где наши прыжки? Я прыжков... Вот они, вот они, вот они наши прыжки. Вернулись на место. В общем, ребят, что мы тут не расслаблялись, этого динозавра механического за нами отправляют. Ёлки, ты палки. Да уйди ты от меня. Фух. А здоровье-то у меня, ребят, хромает, хромает здоровье. Ладно, я, конечно, попробую здесь пройти.
Ну, что-то как-то сомневаюсь. Они здесь, кстати, стали намного быстрее стрелять. Вот что я заметил. Намного быстрее стали стрелять. То есть не успеешь появиться, как они сразу начинают. Вот, видели? Бумс. Что-то я там получил, ребята. Супер меткий стрелок, типа, да? Ага, ага, ага. Получил свое? У меня, ребята, очень мало здоровья. Очень мало. Буквально разочек плюнуть, и все, я сразу отдуплюсь. А как же мне по... Так, вертолет прибыл. Это плохо, ребята. Это... Ох ты, он еще и этих... Давай попробуем, знаешь, что сделать с тобой? Вот так вот. Просто сломя голову. Ну! Ну! Не успел добежать до лифта. Не успел. Ну что, дорогие мои друзья, наверное, на этой ноте мы будем с вами завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. И если что, пишите мне в комментариях. Ну, а мы с вами увидимся в следующих видосиках, в следующих сериях. Всем пока, всем удачи. И до новых скорых встреч.